Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя Совета министров, министром развития и финансов Польши Матеушем Моравецким. По словам главы государства, фундаментом отношений между странами должна быть экономика. Белорусский лидер предлагает поднять планку торгово-экономического сотрудничества. Это может быть создание совместных производств, антидемпинговая политика, упрощение таможенных процедур. В свою очередь, Матеуш Моравецкий предложил использовать геополитическое положение наших стран в рамках развития шелкового пути. Польша является третьим партнером Беларуси по товарообороту. За 8 месяцев этого года он составил почти 1,5 миллиарда долларов, темп роста более 110%. В Беларуси с визитом вице-премьер Намибии. Сейчас внешнеполитические ведомства двух стран готовят к подписанию меморандум о взаимопонимании. Делегация Намибии заинтересована познакомиться с работой МТЗ, белорусской калийной компании, и наладить поставки белорусской техники и удобрений. В целом, по итогам визита будут согласованы основные направления торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Намибией. В парке высоких технологий прошел национальный отбор на Всемирную олимпиаду роботов. В нем приняли участие более 150 изобретателей в возрасте от 6 до 25 лет. Тема соревнований – «Борись с отходами». Задача – собрать и запрограммировать робота, который должен собрать мусор по пути в школу, построить фабрику по сортировке мусора или восстановить лесопосадки на условном участке леса. Заключительный международный этап олимпиады пройдет в Индии в ноябре.